Приветствую всех. Снова всех приветствую. Одесса, 2 февраля 2024 год. Мы с вами уже на Малом Фонтане. Красивое сегодня море. Уже подзатянуло у нас небо тучами. Тут были такие красивые облака, беленькие. И солнышко светило. А сейчас уже как-то так, видите, чуть-чуть стало пасмурно. Море, посмотрите, какое чистое море. Просто фантастика. Сдалека, конечно, так не особо видно. Сейчас надо будет спуститься поближе. Покажу вам. Просто обалденно. Чаечки плавают. Уже так лето хочется. Такая вода красивая. Чистое море. Сейчас бы с превеликим удовольствием забежал бы, искупался. Но зима. Не, ну у нас, конечно, зима в этом году просто сказочная. Было буквально чуть-чуть мороза, чуть-чуть снега. А все остальное время плюсовая температура. Вот здесь он кафе обустраивает, благоустраивает. Уже зима заканчивается. Они до сих пор что-то там делают. Расширяются, что ли. Что увеличивается. Как-то корабли сейчас очень далеко стоят. Но они обычно ближе. Это прям там далековато. Ребят, ну это мы уже непосредственно в близости к нашему прекрасному Черному морю. Водичка просто прекрасная. Посмотрите, как, насколько она чистая. Я не знаю, видно вам, нет, но она просто чистейшая. Такого уровня чистая вода бывает только зимой. Летом очень редко. Обычно что-то вечно плавает, какие-то водоросли, какие-то травы. То вода зеленая, то вода еще какая-то. А сейчас это просто фантастика. Вот заходи, купайся. Жалко, что сейчас зима. А ну вот так вот сверху вам покажу чуть-чуть. Смотрите, какая она прозрачная просто. Красота. Какой штырь железный торчит. Я надеюсь, его срежут к лету, потому что тут дети просто себе проткнут и ногу, и руку, и все, что хочешь на этом штыре. А вот чаечки кайфуют. Те, которые мы видели сверху, теперь мы их на них наблюдаем снизу.